центр города Москвы. Ракурс мало кому ведомый. Вот башня Кремлевского, Московского Кремля, храм Василия Блаженного, купола, дальше вон храм тоже. И вот такой уголок. Там Москва-река протекает с зеленью внизу. Высотки московские. Но это обзорные такие возвышенности московские. Экскурсии здесь проводят. Ну, достаточно красивые тут старинные сооружения. Вот. Видите? Специально для туристов построили. Там Москву-реку не видно, нет. Центр Москвы. Замечательно. И вот такие палаты. Шикарно. Ну, пора уходить.